Здравствуйте. Сегодня мне попала в руки такая книга. Я ее начала изучать. Очень интересно, вы знаете. Она очень старого производства. 1989 года. И мне бы хотелось вместе с вами ее почитать или обсудить. Конечно, читать я вслух не буду. Я буду читать про себя. Надеюсь, вы тоже почитаете вместе со мной, потому что не каждый может приобрести себе какую-нибудь книгу именно по рисованию. Картинок в этой книге нет. Она состоит полностью из печатного текста. Но пока нам это интересно, мы можем позаниматься. И что самое интересное, вот тут я начала сначала читать, как все-таки у нас облегчился, ну не скажу, что это труд художника, но у великих художников может труд, потому что они больше туда энергии свои вкладывают, материалы у них такие основательные. Ну, у нас у меня, вернее, как бы отношение к этому больше как хобби. Но мне интересно развиваться, мне интересно поучить. То, что я не могла где-то получить в институте, я могу сейчас, ну, почитать вот разную литературу. Приглашаю вас вместе со мной это сделать. Очень интересно. Вот прежде чем приступить рисовать на цветной бумаге, ну, первое, конечно, здесь вообще отвал башки называется. Они делают спира гусиного, ручку себе, чтобы рисовать гусиным пером. Заостряют его. Сейчас, конечно, у нас много всяких материалов, в том числе и для рисования. Если вы помните, раньше были такие перьевые ручки с железными перьями. Ну, не те, например, ручки, которые мы пишем, а были, которые мы, там разный набор перьев эти, рисовали плакаты. Я, например, в школе тоже это рисовала. Я умела этими ручками рисовать под наклоном. Ну, в общем, выписывать такие. Сейчас, возможно, это все продается. Ну, увлеклась я вот этим, а если б я увлекалась именно там, как они называются, каллиграфией или как, ну, в общем, писала бы я красивые буквы, тогда бы, наверное, я изучила эти перья. Здесь вот, чтобы человеку порисовать на цветной бумаге, они сами изобретали себе эту бумагу, они ее раскрашивали. Как сейчас прекрасно, когда придешь в магазин, там и зеленая бумага, и телесного цвета. И вот я покупала бумагу цвета там слоновая кость для рисования пастелью на цветной бумаге. Там, знаете, такой большой был за 1000 рублей набор бумаги. Но он огромный такой, как вот у меня стол компьютерный, прям такой большой. Я не знаю, какого размера, но, наверное, 70, может, сантиметров на 50. Но огромный. Но 1000 рублей. Там тоже несколько листов было, такая зелень, ну, такая глухая. Это, конечно, вот яркие обложки, а то такая глухая. Ну, что интересно, смотрите. Ну, в общем, сейчас, конечно, много материалов. Заниматься с удовольствием можно рисованием вообще. Вот человек, который хочет рисовать, вы посмотрите, вот написано, когда ты хочешь окрасить пергамент из козловой кожи или бумагу, возьми пол ореха зеленой земли, половину этого количества охры, половину количества охры густых белил. С боб костяного порошка
из полбоба киновари. У меня как раз на есть киновари. И хорошо сотри все это на камне. Ну, тут вот вы можете почитать. С колодезной, ключевой или речной водой. Вы можете себе представить, что человек изготавливал в данном случае водную краску, как я понимаю. Он применял сюда колодезную, ключевую или речную воду. И что самое интересное, три столько, сколько хватит терпения. Так как чем больше ты будешь тереть, тем лучше будет краска. Тут, конечно, дальше много чего написано. Я вам сделаю фотографии, вы почитайте. Очень интересно. Вы знаете, какой хороший мотиватор, что человек, который хотел порисовать, он сначала изготавливал эту краску из пигментов. Он все это перетирал. Вот чем больше ты будешь тереть, тем лучше будет краска. Так. Вот человеку надо было сколько всего изготовить, вы можете себе представить? Это здесь в данном случае рассказывается водные, а если холст подготавливать, конечно, там столько трудищи вложено будет в эту картину. Правда? Вот смотрите, следующая глава. Постоянное рисование с натурой и непрерывное в этом упражнении важнее копирование произведений мастеров. То есть они говорят, что мы должны рисовать с натуры, это будет лучше, чем мы будем копировать мастеров. Заметь, что самый совершенный руководитель, ведущий через триумфальные врата к искусству, это рисование с натурой. Вы представляете, какие слова высокие? Вот как люди искусство любят, видите? Вот смотрите. Оно важнее всех образцов, доверяя ему всегда, ну, это про рисование вот с натуры. Доверяй ему всегда с горячим сердцем, особенно когда приобретаешь некоторое чувство в рисунке. Постоянно, не пропуская ни одного дня, рисуй что-нибудь рисуй. Так как нет ничего, что было бы слишком ничтожным для этой цели. Значит, вы можете рисовать все, что угодно. Видите? Не может быть ничтожным ничего для этой цели, для цели рисования. Это принесет тебе огромную пользу. Рисуйте каждый день. Занимайтесь, рисуйте что угодно. Вот. Человек говорит, не я говорю. Вот написано. Что угодно рисуйте. И все это будет для пользы. Здесь рассказывается, как углем рисуют. Сейчас столько всяких уже готовых. Человек пользуется. Видите? Сам затачивает все такое прочее. Каким образом делают превосходные тонкие угли. Посмотрите, с какой любовью он говорит о предметах рисования. Превосходные. Он тут рассказывает. И смотрите в конце, что он пишет. К утру угли пережгутся, но это они делают их. Подобным образом ты можешь сделать по желанию больше или маленькие угли, большие или маленькие. И это
лучшие угли на свете. Вы можете сказать что-нибудь по этой фразе? Значит, то, что вы сделали, это будет лучшее, что может быть на свете. Значит, если я нарисую картину, то эта картина для меня будет лучшая, что может быть на свете. Как здесь лучшие угли. Вот автор трактата «Живопись», видите, 1933 год. Он написал вот эту главу. Это выдержки трактатов разных художников. Ну и живописцев, наверное. Вот хочу вашему вниманию представить. Ну, наверное, это в следующий раз. Я сначала размещу это видео и посмотрю, понравится ли вам это или нет. Вот что вы можете, какой я, например, сделаю вывод, вот прочитая вот эти вот главы. Значит, занимайтесь больше, занимайтесь каждый день, рисуйте что угодно. Это приносит нам огромную пользу. Видите, это выдержки. Выдержки из произведений людей. То, что люди нам говорят. И то, что мы сделаем, будет лучшее на свете. Вот как интересно. Почитаем. Правильно? Интересная книга. Пускай своеобразная, пускай для нашего взора наивная. Но сколько в ней добра. До следующей встречи.